Глава администрации Прикубанского района отчитался о работе органов местного самоуправления. Перед общественностью района были озвучены основные направления социально-экономической деятельности, здравоохранения, образования, ЖКХ и других сфер жизнеобеспечения. На отчетном собрании побывала наша съемочная группа. Подробности Мурата Джанкесова. Привычный уклад жизни прикубанцев нарушила в прошлом году пандемия. Жителям района были оказаны все меры государственной поддержки. Особую признательность и благодарность высказал руководитель района в адрес медицинских работников, проявивших настоящий героизм в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день, после отмены большей части ограничений, практически все предприятия и организации восстановили свою деятельность. Этот курс сплотил нас всех. Сейчас, когда сейчас собрались население, депутаты, гости собрались, мы про прошедший год будем говорить. Именно как мы смогли в этот тяжелый год все-таки все основные показатели исполнить, все основные вопросы закрыть. Ну, остались еще, естественно, незаконченные вопросы. Этот текущий 2021 год нас впереди ждет огромная большая работа. Все поручения обязаны выполнить. Выступая перед собравшимися, Мухаммад Амин Ибрагимович отметил, что бюджет района был и остается социально ориентированным. Сфера образования и здравоохранения являются главными потребителями бюджетных средств. В минувшем году социальные обязательства выполнены в полном объеме, благодаря в том числе неравнодушным работникам социальных служб района. Бюджетная исполняемость практически 100%. У нас не осталось по тому году ни долгов по заработной плате, ни по налогам, ни задолженности по коммунальным выплатам, по соцвыплатам. Практически кредиторская задолженность почти нулевая. Соцзащита – это мы защищаем слабые слои населения, малоимущих граждан. И поэтому в моей работе, если я хоть какую-то сотую долю сделала для человека хорошо, вы не поверите, у меня в душе летают бабочки. Прикубанский район по праву называют житницей республики. И если животноводческая отрасль в прошлом году показала прирост, то аграриям повезло меньше. Прошлый год он такой, скажем, не очень благоприятный был, засушливый был. Именно в части сельского хозяйства по земледелию и убытки какие-то фермеры и земледельцы держали. А вот в части животноводства, наоборот, улучшение, прирост, что в части КРС, что в части овец, это достаточно большой прирост в пределах 6,7%. В докладе по каждому из направлений прозвучали и цели на будущий год. В завершении собрания самоактивные прикубанцы, в первую очередь большая группа врачей, получили благодарности и почетные грамоты. Мурат Джанкезов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия.